5 декабря убрали в очередной раз гардероб. Не отстану. Завтра будут натягивать потолки. Опять у нас тут перестройка, разброд и шатание. Гардероб перекочевал вот сюда. Купил вот такой удлинитель. Прозрачненький, длинненький. Вот с такой компактной розеточкой, чтобы можно было разместить на нашем гардеробе, когда потолок натяжной будет ниже этого потолка. Места там будет совсем мало. Вот такой будет лежать там удлинитель компактный. Вот. И прицепил еще одну ветку питания на плафоны, на новые. Все, электричество готово к установке потолка. Сейчас буду убирать здесь лишнюю мебель, холодильник двигать. Ждем. Вот подвесил первую розеточку двойную, где будет стоять микроволновка. Ну, пока полет нормальный. Здесь небольшой зазорчик есть, как раз толщина вот этой панели фартука, как раз она потом и закроется. Немножко взял алебастру, подмазал там вокруг трубы проход к соседям. Ну, там щелочки какие-то были после протечек. Ну, не бог весть что, но все-таки залепил. И вот эти вот щелочки тоже мазанул. Подрезал вот здесь пену, и щель запенивал. Вполне получилось ровненько, аккуратненько. Уголок потом ляжет без проблем. Жду монтажников-потолочников. Вроде приехали монтажники-потолочники. Да-да-да, точно. Сюда шагают. Такой интересный лазарь висит под потолком и стреляет везде. Тут наши эти колечки готовятся. Вот такие вот тут управляйки. В принципе, кухня уже готова. Будет, конечно, потом пылесосить все это. Перецепили сюда лазарь. Ну вот, 6 декабря 23-го закончили мастера натягивать потолки. Получается, у нас вот в прихожей потолки, светильники, гардеробчик ставили, сейчас будем набивать потрохами. Вот так вот выглядит в коридоре, а вот так вот кухня со своим потолком. Он у нас без стыка. Получается, вот три светильника вот так. И три штуки непосредственно в кухне. Один над обеденным столом, один над будущим местом жарки-варки и один над мойкой.
решили, что 4 это перебор, и к чему освещать верхнюю часть холодильника, решили, что не надо. Ну, практически свет как в операционной, очень нравится. Так, 8 декабря решил проложить штробочку на освещение, которое будет под ящиками мебели, под шкафчиками. По плану вот это уровень шкафчиков 102,4 от потолка. И, соответственно, вот теперь вывожу вот так вот проводок. Здесь его хомутиком прицепил. Сейчас алебастрой помажу. И будет готово к принятию, к установке мебели, которую мы поедем 10 числа заказывать. Вот так, забодяжил алебастру, подмазал этот проводок, подсохнет и будет хорошо. Думаю, розетки сейчас поставить или позже. Я, наверное, пока не буду ставить вместе с панелями этими сюда, которые, наверное, потом поставлю. Будет, наверное, проще ковыряться с панелью. Так, ну вот, хвостик для подключения местного освещения, две розеточки и выключатель для местного этого света. Как-то так. 16 декабря. Кухня наша опять в таком состоянии. Убираем старую кухню, остатки, для того, чтобы начать ложить ламинат хотя бы вот до сих, чтобы при случае, когда будут готовы мастера, сегодня приезжает Леруа кухня, чтобы можно было по готовности мастеров начать ставить новую кухню. Вот. Сейчас наша задача это все освободить и начать ложить ламинат потихоньку. Хотя бы вот на пол кухни. Ну и далее. Проплеть, да. Да. Привезли нам из Леруа кухню. Здесь у нас лежат длинномеры. Это столешницы и стеновые панели. Вот так вот. Тут Варя бежит. Так, тут часть фасадов здесь за дверью. Ибо не мешает. Дверь открыта. Никто не упадет туда. То есть ящички замаскированы. Вот тут замаскированы. Это вытяжка. Сейчас мы ее будем вскрывать, смотреть, проверять. Вот. Вот таким образом. Ну, по сравнению с тем, что было, не сильно много места это все занимает. Удалось кое-как поймать компромисс между размером и путанием под ногами. А вот здесь еще 5 штучек фасадов притулились. Такая вот история. 17 декабря, очередное воскресенье. Будем сейчас начинать ложить ламинат. Говори громче. Вот подготовили, положили подложку, отключили все краны, отодвинули старую мебель пока еще. Такой разгром. Вот. Ну вот сейчас начнем. Ламината. Так, процесс пошел. Две полосы нового ламината положили. Ну, в принципе, пока подводных граблей вроде не видать. Проклеиваем. Замки вроде встают вполне удобно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Постарались сделать выравнивание. Измерили расстояние вот от того края ламината до нашего,
помощью рулетки. И вот от этого края ламината до нового с помощью колышков выровняли. То есть, по идее, если мы сейчас будем ложить все ровно, никуда не перекосим, то мы выйдем, по идее, вот на эту, на направление коридора, ну, без серьезной ошибки. Потому что не хотелось бы туда подойти туда и получить какой-нибудь там наискосок. Не вдоль этого нашего коридора, а как-нибудь наискосок. Ну, вроде более-менее ровненько, посмотрим, сработает наше ноу-хау или нет. Ну, вот к концу дня достигнутый результат. Все хозяйство вернулось назад, но ламинат новый. Пока он положен вот до сих. Дальше надо будет убирать холодильники, столики и все прочее, и снимать вот этот ламинат, который уже пошел туда, в коридор. И тогда уже укладывать сюда новый. Ну, ламинат прикольный. Ну как? Надо свет. Мигает. О, делает мяги. Это у нас красота. Готовимся принять гостей. Мамочка тут пританцовывает. Третье января 2024 года. Холодильник из кухни отсюда отправили в нашу комнату пожить на время установки кухни. Вот здесь за углом пока живет. Духовой шкаф перетащили пока сюда. И варочную панель тоже будут это все устанавливать. Оно будет рядышком с этими запасами шкафов. Так, вот добавили еще одну полосочку здесь под стиральной машине, которая, и удалось нам выдрать вот этот длинный хвост до самых дверей. Теперь у нас задача положить сюда длинный хвост, а потом относительно этого хвоста мы уже уберем гардероб, уберем ламинат под гардеробом, и здесь будем относительно хвоста уже ложить как бы задом наперед, но это вроде позволяется, мы промерили. Ну вот, под конец дня положена у нас вот эта полоса, очень важная, тут с всякими вырезами под дверь. И вроде она более-менее выровнена в параллель старому ламинату. Вот. И теперь ничто не будет мешать собирать тут новую мебель кухни и ставить вот здесь, соответственно, мебель встанет, и ничего не надо будет нам больше тут мудрить. Вот до сих, считай, новый ламинат. А старый пока оставим, мало ли, холодильник туда-сюда таскать. Не будем пока заморачиваться на новый. Да, ребята тут будут собирать мебель. Пусть будет старый, а после установки мебели мы продолжим ложить ламинат. Вот здесь, конечно, пришлось повеселиться, потому что надо было умудриться застегнуть и вот этот замок, и вот этот одновременно. То есть сначала положить вот эту досочку, потому что мы ее подсовывали тут под коробку и заводили туда в ванную. То есть мы ее положили, умудрились лежа защелкнуть этот замок, а потом умудрились вот этот сюда защелкнуть.
предварительно защелкнув вдоль. И в него потом еще вот этот. Но оказалось, вполне они входят, если это через коленку их не гнуть, тогда они не ломаются. То есть тюк-тюк, и потом поперечный замок встает даже без наклона. Аккуратненько его потюкали, и он туда вошел. Ну, понервничали, конечно. Ну, это, мне кажется, самое сложное место при укладке этого ламината. Кухня, вернее, ее нижняя часть отправляется в последний путь. Столешницу сдернули. Сейчас помародерствуем, снимем нашу любимую мойку и будем куда-нибудь это все убирать. Так, ну вот конец дня. Старую мебель кухонную отсюда вышишкали. До утра останется еще газовая плита. Мы на ней утром чайку погреем. Вот. И посудомойка здесь будет в углу жить. Мы решили ее не тащить. Пускай как-нибудь вокруг нее пляшут. Стол и телевизор уберем. И будет, в общем-то, пустая кухня. Делай не хочу. Пускай делают. 5 января. Освободили по максимуму большую комнату, чтобы здесь собирать эти ящички всякие. Надеюсь, хватит места. Коридор тоже пустой. Рамочка. Здесь у нас пусто. А на кухне максимально пусто, вот кроме посудомойки. В угол ее приткнули. Больно бандура неудобная для перетаскивания. Да и надеюсь, она не помешает. Ну, если помешает, утараканим. У нас там она на подложке стоит. Потянем ее тогда в большую комнату. Ну, если она помешает, конечно. Отключили газовую плиту, ликвидировали ее, большую комнату. Поснимал крышки розеток, но мне кажется, надо будет, наверное, розетки целиком выдергивать, вынимать все провода. Скорее всего, для того, чтобы они могли, если этот фартук навесить кухонный. Вот. Как-то так. Ждем специалистов.